Халяльное производство. Молдавская фабрика по изготовлению карамели стала первой в стране, получившей сертификат халяль, позволяющий экспортировать продукцию в 40 мусульманских стран. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич лично посетил цеха, чтобы поздравить руководство с получением престижного сертификата и убедиться, что продукция соответствует наивысшим стандартам качества. Обычную, на первый взгляд, карамель различных вкусов уже второй год производит небольшая фабрика в Кишиневе. Эти конфеты не продаются в нашей стране, а сразу после расфасовки отправляются за границу. В начале нового года фабрика получила долгожданный сертификат халяль, позволяющий экспортировать продукцию в 40 мусульманских стран. Сегодня это единственное предприятие в Молдове, обладающее подобным сертификатом. На момент экспортируем продукцию дата 14 целей лумии. На данный момент мы экспортируем нашу продукцию в 14 стран, но благодаря получению сертификата халяль и кашер мы планируем расширить рынок сбыта. Возможно, продукцию можно будет в скором времени купить и в Молдове, но пока для ее реализации мы используем сетевые продажи. Чтобы лично оценить качество экологически чистой карамели, которую здесь производят, фабрику посетил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Он поздравил руководство с получением сертификата. Сертификат халяль подразумевает абсолютную чистоту продукта, а также условия его производства. Главные правила, которые должен соблюдать производитель, исключить ингредиенты, которые запрещает ислам, например, свинину и животные жиры. Я очень рад находиться сегодня на производстве первой в Молдове компании, которая получила сертификат халяль. Еще больше меня радует тот факт, что продукция, изготовленная в Молдове, может быть экспортирована в страны, в требования которых входит обладание этим сертификатом. Сегодня еще несколько компаний изъявили желание получить данный сертификат. Для того, чтобы получить сертификат халяль, производитель должен обратиться в специальную фирму по его выдаче и пройти контроль качества. Ну, честно сказать, мы были приятно удивлены тому, что у нас в Молдавии есть такое производство. И приехали специалисты, были с Турецкого института стандартов. Вся продукция была испытана в лабораториях Турецкого института стандартов. И предприятие доказало свой высокий качество, очень высокое качество продукции. Сегодня в фирме, производящей карамель, трудится 27 работников. В прошлом году здесь произвели свыше 2 миллионов коробок карамели.